И сейчас момент истины, друзья, момент истины. О, черт, место тысячи слов, просто место тысячи слов. Лучше все это увидеть, чем рассказать. Господи, боже мой. Трубы-то оказались ржавые. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в BrickRigs. У нас сегодня будет очень интересная серия, мы сегодня будем просто, ребята, крушить все, абсолютно все, и я вот здесь вот прям создал несколько вот таких вот замечательных автомобилей и скачал, ребята, моды уже. Это у нас вот такой вот замечательный лесовоз, который мы сегодня будем давить под прессом, который я сегодня придумал, нашел. И, в общем-то, это будет, наверное, забавно, ребят. Мне интересно, что будет с нашими деревьями. Или это трубы, или деревья, я понять не могу, ребят. Если вам нравится BrickRigs, дорогие друзья, если вам нравится эта игрушка, вы хотите, чтобы у нас были чаще, так сказать, серии выходили, обязательно ставьте, друзья, лайк. Ну, а мы погнали. Так, и вот наш дорогой пресс. На самом деле это подъемник, друзья. На самом деле это подъемник, который мы будем использовать сегодня как пресс. Я предлагаю, ребят, сегодня этим заняться. И вот здесь можно его поднять. Вот здесь вот так вот, если мы нажмем, он у нас будет подниматься. Соответственно, мы можем сейчас, можно его здесь опустить вот так вот, да. Давайте сейчас его опустим. Попробую я подняться наверх, чтобы посмотреть, так сказать, на все это дело. А может быть, мы заедем, наверное, а? Слушай, давай просто сейчас заедем, поглядим, как это получится. Здесь не очень хорошо, конечно, проработаны вот эти самые колеса. Они, конечно, хорошо сделаны, но мне кажется, сложновато заезжать им на такие препятствия. Так, если вот я так вот развернусь, и мы вот заедем чуть-чуть повыше. Давай вот сюда. О, вот, вот, вот. О, нормально. О, хорошо. На этот раз вообще прям получилось шикарненько. Ставим на ручничок и поднимаемся мы наверх. Так, это у нас вот здесь. Все. Погнали. Так. Оу. Можно раздавить его пополам. У меня появилась еще одна идея. Так, ну ладно. Хорошо. Много у нас сегодня идей. Обязательно сегодня попробуем, ребят, разные моменты. И я предлагаю просто отсюда вот так вот, вот так вот. Да! Незамысловато. Красиво, красиво было. Так, нормально. Ремонтируем. Ну что ж, давайте посмотрим. Первая наша жертва. Я так понимаю, это, наверное, тоже пожарка, да, какая-то. Давай сейчас мы заедем вот сюда. Вот сюда мы сейчас вот так вот залетим. И у нас начнется сегодня краш-тест. Ну же! Ну, такой бортик он не может преодолеть. Вот, ну никак. Ну никак не получается. Так, давай мы отъедем назад. Может быть, мне все-таки... О, бампер отлетел. Погодь, погодь. Сейчас мы вот так бочком, сейчас можно сюда вот так припарковаться аккуратненько, заехать, чтобы большая часть машины хотя бы находилась вот, вот. Замечательно, дорогие друзья. Ух ты, куда я забрался? Ну что ж, давайте посмотрим, что произойдет с нашей пожарочкой. Я думаю, это пожарка. О, наш пресс неумолимо начинает давить ее. Да, да. Господи. Он просто ее смял. Мне ее жалко. Мне ее реально жалко. Смотрите, колесо так одиноко покатилось. Вообще, жесть. Черт возьми. Такая была классная машина, а? Так. Ладно, давайте поднимем. Я тут могу как-нибудь это все дело поднять. Так, погоди. А, додавить. Во! Слушай, а собрать ее как?
Так, погоди, а собрать-то мне ее как, а? Давай-ка мы, наверное, вниз опять спустимся. Там же наверху должна быть фишечка, как нам ее собрать. Вот, например. И мы сейчас ее отремонтируем. Окей. Давай еще раз попробуем. О! Вот это нормалек. Так, нормалек. Ребят, у меня еще появилась идея очень интересная. Так, мы сейчас вот так вот немножко назад отъедем. Чуть-чуть назад так вот отъедем. И ручник, 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 ручник. Все, нажал ручник. Так, давай с ручника снимаем. Вот так бы она держалась бы, было бы неплохо. Так, она будет так держаться, нет? Давай на ручник поставим ее и попробуем, ребята, поднять ее, поднять. Давай. Давай, родная. Сейчас будет... Держись, держись, держись! Да! Вау! Черт возьми! Что мы творим? Мы сломаем игру. Так. Это жесть. Ё-моё! Куда я подлетел? Посмотрите, как ее колбасит там. Раздавили вообще пополам. Ну просто дико вся рассыпается. Вау! Да ладно. Да, ребята, да. Вот такая вот канитель у нас тоже произошла. Так, мы ее, наверное, должны спустить. А меня, интересно, может раздавить этот пресс? Так, ну это у нас не все. У нас получается... Нет, меня он почему-то не давит. Так, ладно. Без проблем. Сейчас мы ее соберем. Соберем. Есть идеи, ребята, еще. Есть идеи по поводу количества автомобилей, которые можно будет здесь раздавить. Ладно, я здесь ее оставлю, пожарочку. Сейчас мы сбегаем за другой. Так, пригнала еще одну пожарку. Так, она прям маленькая такая. Прям вот вся влезет, ребят. Вся абсолютно влезет. Ну что ж, давайте посмотрим, что произойдет с ней. Давай опускаем. Ух, мне с одной стороны это жалко и интересно. Вау! 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 Это было круто. Это было чертовски круто. Стоп. Вниз. Так, ладно, я понял. Так, мы сейчас должны собрать эту машину. По частям, по частям. Да! Жесть. Так, нормально. Вот, черт, она зацепилась немножко. Так. Отлично, пожарочка просто великолепно разлетается. Просто потрясающе. Потрясающе. Так, нам приехал грузовик. Грузовик. Ты как? Норм? Ты готов к утилизации? Так, я могу его немножко так пододвинуть? Смотри, у нас какой здоровый кабан, а? Он может грузовики двигать даже. Так, отлично. Грузовичок наш начинает плющить немножко. Давайте сделаем замедление. О, боже мой, что с ним творится? Смотрите, кабина уже вмялась. Остается дело за малым, полетели колеса. Уже скач. Уже скач. Давайте еще его немножко прижмем, нет? Додави его уже, ну. Нет, все, додавили. Так, а где у нас сам грузовичок? О, нормально. Нормально. Нормальненько. Немножко его покоцали. Но он вроде как жив. Так, ну что, у нас сейчас лицевоз скоро будет. Что-то он прям какой-то у меня не разгоняется даже совсем никак. А, вот, нормально. Просто его подмяли там немного. Так, пригнали сюда. Вот такой вот грузовичок тоже замечательный. Так, погоди. Давай-ка поднимай лифт наверх. Слушай, а если мы как-нибудь пополам заедем, а? Можно как-то вот сюда, например, пробраться? Придется воспользоваться нашей силой.
Так, вот так вот пододвигаем, да? Давай еще двигай. О, нормально. Так, красавчик, вообще красавчик. Слушай, прям идеально, просто идеально, ребята, просто идеально. Так, ну что, давай опускаем. Поглядим, как оно выдержит, нет? Возможно ли остановить пресс вообще чем-нибудь? Ё-моё! Что с ним происходит вообще? Вы посмотрите, как он его вмял-то, а, жестоко. Так, ладно. Отлично. А я могу его создать опять? Погоди. А почему? А, я все нормально переместился здесь. Ух ты. Ух ты как, а. Так, отъехать надо немного. Ё-моё. Зацепились там. Так, нужно выйти. Нужно выйти и вручную как-то его сдвинуть оттуда. Вот так вот, да. Фига себе. Слушайте, водила у нас очень сильный. Очень сильный. Так, это похоже на какую-то снегоуборочную машину, мне кажется. Смотрите. В прошлой серии мы, кстати, ее видели уже, но она прикольная. Так. Смотри, как она быстро разгоняется до полтинника. Вообще прям легко. Легко. Так, посмотрим. Что она из себя представляет под прессом? Что она из себя представляет под прессом? Вот, например, да? Так, чем? Все, наручник поставил, все нормально. Так, можно пододвинуть ее немножко, нет? Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, да. Вот так, прекрасно, великолепно, друзья. Так, все, опускаем. Опускаем. Наш пресс начинает все мять. Я не буду замедляться. Куча, куча всего. Боже мой. Он еще наверху сейчас ее зацепит, посмотрите. Ё-моё, прям на меня падает. Так, погоди, давай спустимся вниз-то, а? Слушай, а если мы сейчас это все восстановим? Так, а где у нас тут восстановлялка-то вся? Наверху, наверное. Точно. Так, вот она. Давай-ка мы сейчас... Оу, вот это хлопнуло-то, а? Жестоко-то как? Так, подожди. Ой, как мы встали-то, а? Слушай, как мы встали-то, не очень. Так, ну ладно. Раз такое дело, нужно провести эксперимент. Мы, по-моему, застряли. Что же нам делать? Что же нам делать? Так, нам нужно просто сейчас восстановиться. Во! Прекрасно, прекрасно. Так, тут тоже не проехать. Включаем задний ход. Теперь передний. О! Вперед, погнали. А, я хочу просто как-нибудь нам бы залететь. Есть такая, ребят, возможность нам пополам ее разрубить. Там она, когда будет пресс подниматься вверх, мы заедем вот таким вот образом. Вообще интересно будет, сейчас попробуем. Так, этот эксперимент сделать. А это у нас. Сейчас мы должны опустить тогда наш пресс. Опускаем немного. Нам, правда, будет мешать вот это вот впереди. Ну-ка, давай. Заезжай, пожалуйста, ну. Есть. Супер. Так, все, ручник. Ручник. Ставим. Фух, погнали. Так, главное не успеть. Мне нужно вот как-то так здесь сделать. Так, теперь наверх. Садимся. И наблюдаем картину. Картина Репина. Так, давай. Ого! Ё-моё, я падаю вообще. Что происходит с этим прицепом? Что происходит? Что творится? А-а-а, чёрт! Бам! Хламина. Просто все. Труба. Что там наверху?
Оу! Слушай, как-то я так взлетел-то высоко. Так, прекрасно. Остался, ребята, у нас лесовоз. Лесовоз у нас остался, и я прям спешу посмотреть на него, и как он у нас вообще будет затаскивать. Вот такой он, ребята, огромный лесовоз. Здоровенный просто. Я не знаю, он что-то прям так медленно едет. Он такой тяжелый, просто инертный. Очень тяжелый, инертный. Во, начинает разгоняться. Хорошо, поехали. Сейчас мы его будем давить. Мне интересно, что произойдет с его... Это трубы или деревья? Я вот бревна понять не могу. Мне кажется, возможно, это может быть не лесовоз, а какой-то... просто строительные... Наверное, трубы какие-то везут. Скорее всего, как-то так. Ребят, мы сейчас как раз... Мне интересно посмотреть, что произойдет с трубами. Что произойдет с этими трубами? Давай, разгоняемся. Главное, через этот барьерчик переехать. Это самое сложное. Во, нормально. Давай, еще немножко, ну. Блин. Собственно, детали мешают. Придется мне выйти подтолкнуть. Не знаю, хватит мне мощи подтолкнуть вот эту вот хрень здоровую. Слушай, хватило. Так, можно еще немного. Давай-ка, вот так вот. Вот, все, прекрасно. Ну что, давайте мы сейчас немножко вот так вот занем здесь. Ну, трубы мы зацепим однозначно, ребята. Трубы мы зацепим. Так, ну что? Опускаем. И сейчас... Момент истины, друзья. Момент истины. О, черт. Место тысячи слов. Просто место тысячи слов. Лучше все это увидеть, чем рассказать. Господи, боже мой. Трубы-то оказались ржавые. Итак, у нас, дорогие друзья, сегодня вот такой вот эксперимент у нас. Я поставил как можно больше сюда автомобилей. Я не знаю, что еще мне придумать. Может быть, там я бы еще, наверное, бы сверху бы какой-нибудь автомобиль поставил. Но, правда, не знаю, как это сделать. В общем, у нас две пожарки. Один у нас грузовик стоит под этим прессом. И сейчас у нас будет просто нечто, друзья. Вообще будет это все дело у нас перемалываться в хлам просто. Просто в хлам, ребята. Уничтожается и погнали. Так, давай. О, надо смотреть на повторе. На повторе надо смотреть. Жесть, замедляю просто. Ёлки-моталки. Жесткач, ребята, это просто жесть. Что происходит? Куча деталей. Разлетели мне. Ребята, Брик Рикс это вообще тащит, просто тащит, друзья. Здесь можно ставить очень крутые эксперименты. Очень крутые. Это вообще от чего? Три машины, ребят. Только что перед вами были три машины. И сейчас груда... хотел сказать металла, груда пластмассы. Что-то прям все потрясывает, потому что я, видимо, хожу по этим вот деталюшкам. Ну посмотрите на это. Это просто что-то нечто. Что-то с чем-то. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом будем серию нашу завершать сегодня. Краш-тест был очень забавный, потому что мы сегодня давили абсолютно разный транспорт. Ох ты, моя пожарочка на двух колесах! Ах, какая она забавная-то, а! Блин, она мне нравится, определенно. Можно прям на двух колесах кататься. Ух ты, мощи мне много. Мощи-то мне вообще дури много, но не очень, на мой, ребята, устойчиво. Если вам нравится игрушка Brick Rigs, обязательно ставьте, друзья, лайк. Мы еще с поездом, между прочим, не разобрались. Мы еще с поездом посмотрим.
Будем проводить разные, наверное, эксперименты по остановке поезда. Ну, соответственно, может быть, еще здесь какие-то есть фишечки интересные. Ребята, обязательно мне пишите, что вы хотели увидеть в следующих сериях. Будем ставить разные опыты. У нас с вами был Родригес. Обязательно ставьте, друзья, лайки, если хотите продолжения. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Twitch-канал, группу ВКонтакте. Всем счастливо и пока-пока! Естественно, по завершению мы как-нибудь сейчас это все дело... Эх! Вот так вот разобьем.